Сегодня в Москве назвали имена лауреатов премии «Глобальная энергия». В этом году награды ушли в Данию и США. Датский ученый Фреде Блобьерк победил в номинации «Нетрадиционная энергетика». Его отметили за вклад в развитие интеллектуальных систем управления в возобновляемой энергетике. Американец Халил Амин получил награду в номинации «Новые способы применения энергии». Он мировой рекордсмен по количеству публикаций на тему аккумуляторных батарей. Его главное изобретение – катод, который используют в электромобилях и бытовой технике.